30 августа на портале «Добродел» проходит голосование по выбору территорий для установки детских игровых площадок по программе губернатора Московской области в следующем году. Оно продлится 10 дней и завершится 9 сентября. Опрос проводится уже во второй раз. На голосование вынесено 2709 мест предполагаемого размещения площадок, представленных органами местного самоуправления. Глава муниципалитета Андрей Иванов призывает жителей принять активное участие в выборе.